Привет, уважаемые подписчики. Я решил записать короткое видео и начну с утверждения. Размышляя над Словом Божьим, я сделал вывод, что вся суть служения апостола Павла – это привить язычников к израильской лозе и указать им путь в Новый Завет, путь истинный и живой, в Новый Завет, который Господь заключает с домом Иуды и с домом Израиля. Я знаю, что мои вот такие подобные ролики вызывают бурю эмоций, много комментариев. Итак, друзья, я жду вас на открытую беседу. Каждый свой прямой эфир, который я делаю в четверг в 21:30. И я выхожу на своем канале YouTube и также в группе «Христиане, честно поговорим» на Фейсбуке. Я Сергей Костырский, люблю вас и заканчиваю утверждением, что вся суть служения апостола Павла, Ребе Шауля, это указать язычникам путь истинный и живой в Новый Завет и привить их к израильской лозе. Да благословит вас Господь!